Потому что по поводу традиций. Честно, естественно, я бы с удовольствием, если у нас все выйдет, все получится, и я уверен, что все получится. И, конечно, в планах, как у здесь собрались все творческие люди, которые хотели бы, чтобы это было, может быть. Тогда, естественно, придется на следующий год придумать что-то другое, более интересное, может быть, не то, что более интересное, разнообразить эту традицию. Это уже усложнит, конечно, жизнь. Вот. По поводу вот первого вопроса, думаю, что, наверное, именно ответить. Ну, потому что у нас просто нет другой площадки. Для того, чтобы собрать такой коллектив на сцене, да, нужно заплатить очень много денег. Потому что те солисты, которые сегодня здесь присутствуют, это потрясающие звезды высокой величины. Это все, естественно, стоит. Они, конечно, очень стараются работать на минимуме, но тем не менее, это нужно продать очень много билетов, чтобы собрать такой состав. А почему сегодня собрали пресс-конференцию? Потому что мы хотим тоже это продолжать. Нам хочется, чтобы у нас тоже это получилось. Мы не ориентируемся ни на какие спонсорские деньги, а собираемся продать зал. И мы хотим, чтобы пресса нас поддержала. Чтобы как-то это осветило, и чтобы люди, больше людей узнали. Потому что вот Денис, он все очень правильно говорил, он, так сказать, с профессиональной точки зрения. А я могу сказать, что в принципе такой состав. Ну, и я очень люблю Лобанкина, Вишневу очень. Все мы это видели, это потрясающе. Но то, что мы увидим на сцене БКЦ, может быть, я не очень понятно говорю, да? Это, в принципе, первый уровень солистов, которые выступят потрясающе. Как бы здесь все солисты. Мы собрали именно звездный концерт. Может быть, там кто-то более раскручен, там, например, Коля Скалинцы, который на телевидении очень хорошо раскручен, помимо того, что он, конечно, талантливый балерон, и ни в коей мере не умоляю его заслуги, да. Но, и как бы, может быть, для него как-то он более известен на родине, но в целом те люди, которые будут танцевать на нашем концерте, они точно уровня самого высокого. Октябрьский, потому что это других вариантов нет. В маленьком зале это не проведешь. В маленьком зале это можно провести на спонсорские деньги, которых у нас нет.